Настоящие дети шпионов. Десятилетние ученики 53-й школы помогли задержать преступника. Днем 7 апреля пожилая женщина возвращалась из магазина. У одного из домов по улице Урицкого к ней подбежал неизвестный, сорвал золотые сережки и скрылся. На крики пенсионерки о помощи отреагировали лишь трое школьников. Просто бабушка позвала на помощь, и мы побежали. Она так сначала вот, как бы он у нее сдернул сережки и побежала. Она говорит: «Помогите, помогите». Никто больше не откликнулся, а вот мы побежали за преступником. Мальчикам удалось проследить, как преступник скрылся в одном из подъездов ближайшего дома. Эту информацию они и передали наряду полиции. За проявленную отвагу ребят наградили дипломами и ценными подарками. А сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отметили, что подобную храбрость дети проявляют очень редко. Хотелось бы, конечно же, чаще. Но за мою последнюю практику не помню таких случаев. Мы чаще проводим с детьми беседы, иногда рассказывают нам дети о каком-то либо деянии.